Майнкрафт. А как-то раз и увидела я суперкрутую дорожку, посвященную много мне. Ну, я немножко добавила от себя, было совсем красиво. Надо для счастья человека, потому что у меня есть любимые люди, любимые мои зрители, и я вас люблю. Обязательно надо посмотреть. Это когда идешь по улице и встречаешь какие-то сюрпризы. Вот за это я вас люблю. Недавно я шла и встретила своих любимых орехов. Они мне сказали. Хочу поздравить с днем рождения Кристину Белл, потому что она моя самая лучшая подруга. Я ее очень люблю. И всегда мы ходим тут вместе. И хочу ее поздравить, чтобы у нее все мечты и желания исполнялись. 31 мая. Во всех отношениях замечательный день. Начало лета, конец учебного года. А главное, день рождения одной из самой классной белки. Белочка, с днем рождения тебя. Желаю тебе много-много орехов и поменьше желудей. Желудей, конечно, не надо поменьше. С днем рождения! Спасибо вам. Представляю к вашему вниманию ВК-канальный расчленитель 3000. Гринотенька! Традиция будет вставлять таджиков в видео, и давайте не будем нарушать этих традиций. Я люблю вас, ваша Кристина Белка. Ставь лайк, если хочешь в это здание детский садик. А теперь самая главная вещь, без которой не обходится крутой чувак. Панамна. Все, что нужно для счастья. И какой-то лох бежит сзади ко мне. Хотела вам рассказать, что же такое Squirrel Week. Может быть, кто-нибудь еще не понял, но это такие будут выпуски про разных людей. Хотела рассказать, что же такое Squirrel Week. Это видео ни в чем, потому что упор здесь просто зашкаливается. Самое главное, знаете, что я вас люблю. С днем рождения! Ваша Кристина Белка!